Глава региона Игорь Кошин ответит на вопросы жителей Ненецкого округа. Прямая линия с губернатором пройдет в конце октября в эфире радио Нарьян-Мар FM на частоте 102.5. В течение 2 недель в средства массовой информации округа поступили интересующие вопросы от жителей Нарьян-Мара и окружных сел. Всего в адрес руководителя округа поступило около 100 вопросов. Да, действительно, 2 недели проходил прием вопросов от граждан. Соотношение вопросов от жителей города и села примерно 50 на 50. То есть хочу отметить, что очень активны наши жители сельских поселений. Ну а проблема традиционно наболевшая. Это вопросы из социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы развития промышленности, развития поселений. Прежде всего, конечно, ситуация с изменением предоставления льгот населению. Основная часть вопросов связана именно с этим. И, естественно, что мы с этого и начнем нашу прямую линию с губернатором. Второй вопрос, который также волнует жителей округа, это состояние рыбной отрасли. Проблема питьевой воды в поселке Искателей. По словам Татьяны Баевой, часть вопросов, поступивших в адрес губернатора, личного характера. Но и эти обращения не останутся без внимания. Ответы на них жители получат по телефону или в письменном виде по почте. И хочется еще отметить неравнодушие жителей нашего округа, потому что часть вопросов, они также содержат напутствие, советы губернатору, что действительно крайне важно для нас, потому что, ну, собственно, для чего работает власть, да, для того, чтобы повышать качество жизни населения. Ответы на самые резонансные и проблемные вопросы будут даны губернатором в эфире Нарьян-Мар FM. Те вопросы, которые в силу ограниченности эфирного времени не смогут попасть в эфир, станут темами телевизионных сюжетов и газетных публикаций.